Добрый день! Вы смотрите программу «Видеокарта уловистых мест России». Мы находимся всего лишь в 3 километрах от устья реки Митинка. Именно здесь она соединяется с Волгой. Акватория Митинки изобилует ямами, перекатами, отмелями. Рыбалка здесь разнообразна. Но об этом мы подробно поговорим с нашим экспертом Вадимом Подложеновым, большим знатоком этих мест. Специально для видеокарты уловистых мест России мы прибыли на реку Митинка. Эта река находится в низовье Волги и образуется слиянием ерика Банный с рекой Харабалык. Протяженность данной реки составляет ориентировочно 35-40 километров. Она достаточно извилистая и впадает в Волгу ниже села Заволжье. Ширина Митинки составляет ориентировочно, ну, в среднем где-то 100 метров. Есть места, где разливы и достигают большего размера, 300 метров, 400 метров. Но в основном от 50 до 100 метров – это ширина Митинки. В связи с тем, что река достаточно небольшой длины, всего лишь 35 километров, и у нее существует… Ее, в принципе, можно посетить и обловить, ну, буквально за пару дней. Но сейчас мы находимся где-то посередине реки Митинка. И как раз вот для рыболовов это наиболее интересные места, о которых сейчас мы будем рассказывать. Это место, на котором мы сейчас троллингуем, называется Александровская яма. Ориентиром Александровской ямы служит строение вот такое. Несколько строений, которые находятся справа от меня. Видимо, какая-то точка для пастухов, которые здесь пасут стада, наверное. Потому что я не могу определить, что это. Но вот, в принципе, в связи с тем, что на Митинке в средней ее части строений других особо нет, тут и может являться ориентиром. Это левый берег Митинки, справа от меня. Это является ориентиром. Протяженность данной ямы составляет ориентировочно 800 метров. И глубины достигают 14 метров. Здесь нередки поимка щук 6-7 килограммов. Также здесь ловится сом, причем сом ловится как на квок. Здесь его можно очень хорошо ловить на квок. Либо сом ловится на донку. Также на троллинг ловится сом. И естественно, что вся белая рыба, то есть густера, подлещики, вобла, все это здесь присутствует. В связи с тем, что скорость течения в данном месте реки составляет ориентировочно 1,5 км/ч, дно не является твердым, то есть оно местами заиленное. Но судак здесь как бы не любит стоять, это не судачье место, но очень хорошо для щуки. И вот на хлебалочку у нас что-то. Опа-на! Вот такая вот селедочка. Как раз она сейчас очень здесь кормится. Вот мы сели хлебалок на микрохлебло. У нас селедка. Справа от меня находится очень интересный вытек. Он интересен тем, что действует, начиная с 20-х числа июня и по первые числа июля. То есть достаточно длительное время. И именно этим он отличается от других вытеков. Тем, что на протяжении 2 недель рыба, не переставая, спускается по этому ручью в Митинку. Соответственно, сейчас мы можем видеть очень большое количество лодок, которые сконцентрировались около этого вытека. И это связано с тем, что, опа, это связано с тем, что большое количество малька спускается с полоя. И, соответственно, рыба, хищная рыба, ждет ее. Причем я вот вижу, что в пиршестве принимает участие и селедка,
каспийская селедка, и окунь, и жерик бьет периодически. Я думаю, что вся хищная рыба представлена здесь именно сейчас, потому что именно это те дни, когда рыба может в огромном количестве пожирать малька. И она как раз сейчас откармливается вот именно в этих местах. Она будет стоять еще вот на этом месте, эта рыба будет стоять, даже когда вытек закончит свою работу, он будет, рыба, стоять еще, я думаю, что в течение 2-3 недель, потому что эти вот остаточные явления, да и малек-то особо далеко не уходит от места впадения в митинку. И поэтому вот это место очень перспективно для рыбалки, тем более, что чуть выше по течению такая небольшая локальная яма глубиной до 12 метров. Здесь есть сомик, здесь есть судак, здесь есть щука, в принципе. Рыба здесь есть любая. Ах ты, опять ушла. Но это все-таки, наверное, крючок, потому что все-таки микроклебалочка форелевая. Я активизируюсь, практически нет усика. И поэтому сейчас два схода обидных. Еще одна точка, на которую я хочу обратить ваше внимание, ловя на реке Митинка, это место слияния Ерико-Кирпичной и самой Митинки. Ну, в принципе, что такое Ерико-Кирпичная? Ерико-Кирпичная берет свое начало, ответвляясь от реки Ахтуба. И, в принципе, я бы назвал это, ну, рукавом Ахтубы. Хотя вот правильное название Ерико-Кирпичная. Так вот, вот эта вот стрелка, это место слияния Кирпичного и Митинки, очень интересное для ловли троллингом, потому что здесь совершенно разные глубины есть. Есть слева от меня мелководье, справа от меня более глубокая часть реки, до 8-9 метров. Здесь ловится все. Здесь ловится судак, щука, попадается жерех. Причем, в принципе, можно ловить не только троллингом, а прогон достаточно большой, более километра, вплоть до поворота излученной реки Митинка, там, где локальная яма на 18 метров. То есть более километра места для троллинга более чем достаточно, причем это место достаточно широкое, бровки разнообразнейшие, поэтому можно искать рыбу на разной глубине, и 2-3 метра, 4-5, 6-7, 8-9, то есть буквально идет ступеньками уровни поиска рыбы. А правый берег Митинки, чуть далее этого места, он закоряжен, и поэтому любители джиговой ловли, вот именно джиговой ловли в таких вот жестких условиях лова в коряжнике, это самое хорошее место вот на этой акватории. В любой нашей поездке на реку Митинка нам всегда удается поймать крупный и серьезный трофей. Это своего рода традиция. Хочется надеяться, что и в этой экспедиции нам будет сопутствовать рыболовная удача. Ну, очень. Опа-на! Серьезно сопротивляется. Эй-эй. Очень серьезный боец. Ну, вы знаете, наверное, все-таки судак. Вот он, красавец. Аккуратней. Вот это монстр. Ну что ж такое, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Мы находимся на реке Митинка. И сейчас заякорились на яме, о которой я уже рассказывал. Это яма при повороте Митинки на 90 градусов. Выше примерно на 1,5 километра от падения Ерико-Казачьей в Митинку, либо наоборот, вытека Ерико-Казачьей из Митинки. Это место, его очень легко найти, потому что здесь река Митинка делает резкий поворот направо. И с правой стороны идет песчаный отмель из белого такого песка. И здесь такой вот обрывистый берег, который граничит с собой локальную яму,
диаметром метров 100-150. Яма практически подходит к берегу. Эта яма имеет водоворот, то есть идет обратка вдоль берега. Глубина до 18 метров и достаточно успешно ловится сом. Также здесь есть проходной судак и изредка попадается щука. Поэтому я поставил поводок и вам также рекомендую вот на этой яме ставить поводок, потому что рыба совершенно любая. Опа, есть. Фух. Если бы второй ушел, я просто не пережил. Вот он какой. Вы знаете, я хочу его взять к себе и просто, не знаю, приготовить ей какой-нибудь. Что-то у меня какой-то расход нервной энергии, исходя из этих сходов определенных. И жалко просто того большого. Я его возьму. Хочу сказать о не менее интересном месте на реке Митинка. Это точка, которую можно найти на карте, и она ориентиром служит деревня Заволжье справа от меня. Вход в ерек Казачий справа от меня, это левый берег Митинки, и слева будет вход в Волошку. То есть вот здесь эта вот акватория, она интересна тем, что у нас здесь целых два входа. Вход в Казачий, вход в Волошку. Большой такой вот широкий разлив Митинки. Изобилуют мели, изобилуют различные затоны. Вот как слева от меня затон, там есть щука. Здесь место, в принципе, для троллинга. Чуть ниже по течению, вот за входом в Волошку, это буквально метров 500-600, там уже начинаются более глубокие части Митинки. Там пошли уже ямки на 8-10 метров, с русла примерно 10-метровые Митинки. И уже можно даже увидеть это впадение Митинки в Волгу. То есть, в принципе, вот это вот место в низовьях Митинки, оно очень интересно тем, что можно, в принципе, отсюда отправиться и на Казачий, и в Волошку. Ну, естественно же, во-первых, половить на самом этом месте. В основном здесь ловят троллингом. Троллинг выбирает прохождение на глубине 5-6 метров, либо уходит к затону, и там уже можно блеснить щуку. Либо можно джиговать, но это чуть ниже, где вот уже глубины примерно 8-10 метров, и там уже можно поджиговать. Ловится все. Ловится сом, ловится судак, ловится жерех. Жерех ловится вход в Волошку, и вот эта часть вся мелководная. Там глубины 1,5-2 метра, и там раздолье для жереха. Сейчас мы попробуем троллинговать. Глубина 5-6 метров, скорость против течения 2,8-3 км в час. По течению вот в конце июня как-то не клюет, поэтому рекомендую в конце июня, начало июля ходить против течения. Саменок. Ой, красавцы. Саменок. Где-то 2 кг саменочек. Река Митинка. И глубина была ориентировочно 6,5 метров против течения. Это чуть ниже поворота, где-то метров на 800 ниже поворота, где Митинка
делает излучину и метров на 800 ниже той известной Митинской ямы. Расти, Семенок, и приходи к нам еще. Опа, ах ты, молодец. Мы находимся в устье реки Митинка. Мы буквально отошли метров 300 от устья, то есть от места слияния у реки Митинка с рекой Волга, и начали исследовать дно. Под нами глубина 5 метров. Все устье вместо впадения реки Митинка в Волгу – это твердое песчано-глинистое дно. Течение здесь 2 километра в час. Левый и правый берег – это заросшие берега. Иди, отдыхай. Левый и правый берег – заросшие лесом берега. И в месте впадения реки Митинка в Волгу образовалась яма. Причем яма очень протяженная, несколько километров, с глубинами до 35-38 метров. Прекрасное место для ловли сама различными способами, троллингом, наквок, донкой. И, соответственно, берега, левый и правый берега – это место сосредоточения и место сосредоточения, наверное, джигистов, потому что люди приезжают специально сюда, чтобы поджиговать. Но и сама Митинка является местом и объектом для джига, потому что вот на протяжении от впадения Митинки и до Волошки глубины составляют ориентировочно до 10 метров. И, соответственно, есть небольшие локальные ямки, есть такие коряшки с небольшими ямками, где можно спокойно и хорошо поджиговать. Сейчас мы продолжим наши изыскания и продолжим идти троллингом, выискивать те места, где сосредоточен судак. После этого мы там просто поджигуем. С помощью троллинговых проходов мы изучаем акваторию и отмечаем результативные поклевки, чтобы в дальнейшем разработать эти места с помощью техники джига. Такой подход позволяет более точно оценить потенциал выбранного нами участка. Вот снова Митинка нас радует рыбой, но, судя по рывку, это, скорее всего, щука. Ох ты какой! Ой, какой неплохой экземплярчик судака. Ошибся я, на проруху бывает, на старуху проруха. Да. Но, опять же, я сужу-то все время по весенне-осеннему судаку. А этот судак летний, и в этом вся разница. Вот он такой красавец, судачина. Вот он какой красавец. Ну, здесь однозначно за двуху. Вот он красавец. Опа-на, вот он какой. Хочу сказать, что, скорее всего, это снова судак, потому что, опа, ну нет, что-то, нет, ну, скорее всего, судак, потому что буквально повис на воблере, и вот сейчас не оказывает никакого сопротивления. Щука в это время делает всевозможные свечи, делает рывки. Вот так. Судак был, кстати, такого же размера. Очередная попытка. Очень хороший экземплярчик. Но опять, я думаю, что это судак. Очень хороший экземпляр, потому что... Ох ты, вот какой, вот он. Я думаю, что это просто достойнейший экземпляр. Потому что вот он поднимается. Вот он, молодца. Но это, я хочу сказать, что река Митинка однозначно нас радует сегодня вот такими монстриками, потому что мы прошли буквально 100 метров. За 100 метров у нас 3 поклевки вот таких вот красавцев. Это здорово, тем более, что глубина
4,5-5 метров. Ну, посмотрите, опа, опа. Это уже судак ближе к трешке. Такой пузатый, хороший судачина. Вот что у нас представляет этот хороший такой монстряга. И это значит, говорит о чем? Я сейчас здесь ставлю точку, и однозначно мы сейчас, пройдя до конца, сюда вернемся, чтобы джиговать. Потому что само место показывает о том, что здесь судак стоит именно такого хорошего размера. Плыви, дружище! Ушел, только сейчас. В 2 метрах от лодки произошел сход. 2 метра буквально. Что такое с крючками? Что такое с крючками? Ай-яй-яй-яй. Но Митинка нас продолжает радовать. Вот это вот мелководье, на котором мы сейчас находимся, это буквально 300 метров от устья Митинки, от места впадения Митинки в Волгу. И один за другим, в течение там буквально там десятка минут, мы имеем шикарные поклевки судака. Такие вот именно матерого судака. Не та мелочь, которая в последнее время нас преследует почему-то, а именно хороший такой 2-3-4-килограммовый судак. Назвать это выходом, может быть. Удачно подобрали время. Время 6, может быть. То есть масса причин для этого факта. Но еще раз хочу сказать, буквально 15 минут. У нас 4 реализованных, 2 схода. Это о чем-то говорит. Слушай, ну вообще, ай, блин, ну это, конечно, сказка просто, это просто сказка, это реально просто сказка, давно я такого, как бы, не ощущал. Было ощущение полностью зацеп. А это и есть зацеп. Вот такой вот зацеп. И так бывает. Но было полное ощущение, что я тяну какое-то чудовище. Сначала вообще, что это прям конкретный зацеп. А потом оказалось, что это... Зацеп за спину. Мерные судаки, подушечки, 1,5-2 килограмма. Ну, это, наверное, я возьму, потому что мы его поранили, поэтому я его возьму, наверное, и мы его сегодня пожарим. Продолжаем троллинговать. Эффективность этого метода подтверждена многочисленными поклевками и пойманными трофеями. Были исходы, но мы устранили их причину, и теперь с уверенностью рассчитываем на поимку еще одного судака или щуки. Я устранил причину моих сходов. То есть судак, получается, что бьет в переднюю часть воблера. А у меня как раз там стоял довольно-таки хлипкий крючок. И плюс он еще и был надломлен. Я внимательно его изучил. И получается, что когда он бьет в переднюю часть, а у меня там такой крючок, он как бы у меня происходили постоянные сходы. То есть уже я сейчас поменял крючок, и вот он результат.
И вот он, результат налицо. Есть. Ну вот на этой как бы счастливой ноте хочу закончить повествование о троллинге в устье Митинки. И следующий наш маршрут и следующие наши изыскания будут посвящены джигу, будут посвящены другим местам на Митинке.